Сорт томата «Гарвардская площадь». Вот такие вот красавцы томаты среднего срока созревания. Куст у этого сорта высокорослый, до 1,80 м. Обязательно требует посынкования, и вести это растение лучше в два стебля. И также, естественно, требует подвязки к опоре. Плоды плоско-округлые, вот такой интересной расцветки. Зеленые, красные полосы, розовые. Вес в среднем такого томата 268 грамм. Разрежем его. Вот такой вот красавец внутри. Тоже мякоть красного, зеленого, желтого цвета. На вкус этот томат сладкий, очень вкусный, сочный. Подходит для употребления в свежем виде, для салатов. Выращивать в южных регионах можно в открытом грунте, а в средней полосе рекомендуется для теплиц.